На нашей планете очень много красивых и необычных мест, таких, в которых мечтает побывать каждый. Удивительно, но некоторые из них людям никогда не довелось бы увидеть, если бы не простая случайность. Так, фермер из Невады всего лишь пытался пробурить водяную скважину, но отыскал то, на что теперь приезжают посмотреть люди со всего мира. Эта история началась еще в прошлом столетии. Мужчина из Невады, США, решил заняться фермерством, для чего ему понадобилось пробурить скважину. Среди пустынных территорий найти источник воды было нелегко, но после огромной проделанной работы он все же добился своей цели. Однако вскоре выяснилось, что найденная вода была слишком горячей. Ее температура составляла 150 градусов по Цельсию. Для использования в фермерских целях она не годилась. После еще нескольких попыток найти пригодную воду, мужчина оставил свою затею, а затем и вовсе уехал из штата. И только спустя 60 лет, на том же самом пустынном месте, у нового владельца возникла такая же идея. Он обнаружил, что до него кто-то уже пытался найти здесь воду, но не достиг цели, а потому воспользовался специализированной бурильной техникой. Вначале казалось, что из-за столь агрессивной среды даже с помощью такого оборудования воду получить не удастся. Но в какой-то момент на большой глубине под давлением поверхности начала пульсировать горячая вода. Более того, позже там был обнаружен настоящий гейзер с меняющимся ландшафтом. Так и началась история гейзера Fly, на который теперь приезжают посмотреть миллионы туристов со всего мира. Как предполагают собственники территории, мощной бурильной установкой был разрушен пласт, через который стал понемногу проклеиваться горячий поток, впоследствии полностью пробивший себе путь на поверхность. Самым поразительным можно назвать то, что вокруг гейзера беспрерывно увеличивается твердый нарост, величественно поднимающийся над пустыней. Происходит это потому, что вместе с водой из-под земли выбрасываются разные вещества, которые на поверхности, соединяясь с кислородом, становятся кристаллами. Нарост необычной формы переливается красивыми цветами, а сверху идет теплый водяной поток. Всего Fly имеет 3 струи, и горячая вода выбрасывается вверх на 3 метра. Цвет нароста меняется в зависимости от погодных условий и состава воды. Сейчас в этом удивительном месте уже обитает множество видов рыб и птиц, придающих ему еще больше красоты. Новость о необычной находке разлетелась по миру только в 2016 году, и гейзер сразу же признали достопримечательностью. Произошло это благодаря одному из сотрудников туристической фирмы. Он побеседовал с жителями поселка, находящегося неподалеку от гейзера, и решил, что им обязательно нужно увидеть подобную диковинку. После этого мужчина немедленно объявил о своем намерении проводить в этом месте туристические экскурсии. Гейзер Fly очень популярен как среди американцев, так и среди жителей других стран. Насладиться видами этого удивительного объекта, созданного общими усилиями человека и природы, приезжает огромное количество людей. Среди них можно увидеть множество фотографов, посетивших гейзер специально, чтобы сделать невероятные снимки. Теперь, благодаря этой истории, мы знаем, что даже такое чудо может быть создано совершенно случайно. И пусть этого не планировал ни человек, ни сама природа. Друзья, если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!